you yeah,

शम्भा शम्भा Намаскарам. Намаскарам всем. Well, Вирус распространяется во многих странах. Ситуация в США выглядит не очень хорошо. Смертельные случаи лишь множатся от дня в день. Испания опередила все другие страны по количеству смертей. В Индии тоже был всплеск. Но по сравнению с остальными, у нас дела идут неплохо. Но этот всплеск не обнадеживает то, что мы наблюдали за последние два дня. К счастью, это во многом связано с одной конкретной группой людей. Так что, скорее всего, это можно будет отследить и проконтролировать. Этот всплеск необщего характера, что является положительным моментом. Но у Индии есть и другие проблемы. В нашем регионе мы уже определили более двух тысяч семей которые нуждаются в немедленной продовольственной помощи. И мы готовимся к этому. Вероятно, в ближайшие два дня мы организуем бесплатное питание для этих людей. Те, кто может готовить, поставлять продукты для них было бы намного проще. Но есть много людей, которые не в состоянии делать даже это, потому что им приходится каждый день искать себе новую работу, чтобы заработать на жизнь. Те, у кого есть земля, фермеры, которые владеют землей, они с этим как-то справятся. Но те, кто зарабатывают себе на жизнь, продавая овощи, и цветы, а также разнорабочие, те, кто работает в поле, для них больше нет работы. Соответственно, нет денег. Так что мы готовимся к этому. И сегодня я обращаюсь ко всем. Нам понадобится большое количество средств следующие 15 дней, скажем, до 20 апреля или максимум до 25 апреля. До этого времени нам нужно собрать как минимум 150 миллионов рупий. Вот какими будут расходы. Мы уже взяли на себя такое обязательство. Наши китайские волонтеры отправляют нам несколько миллионов масок и перчаток и еще много всего, что пойдет на обеспечение медицинских работников и полицейских которые работают на улицах, рискуя всем. Это непростое время. Все должны присоединиться и делать то, что они могут делать. Бизнесмен Ратан Тата не только пожертвовал 15 миллиардов из своего личного состояния, не из фонда корпоративной социальной ответственности, а из собственного капитала. А также он добавил, что если потребуется, он отдаст все свое состояние целиком на нужды нации. Mm -hmm. so... Так что, где бы вы ни были, сколько бы вы ни могли пожертвовать, сейчас это очень нужно. У нас есть преданные своему делу и целеустремленные волонтеры на местах, но мы должны обеспечить их финансированием, иначе их деятельность не будет эффективной. Мы ждем вашей поддержки. Я сейчас не буду вдаваться в детали, какой план работ мы готовим. Но похоже, факт состоит в том, что экономический вирус уже добрался до сельской Индии. Коронавирус еще не так сильно распространился там. Я надеюсь, что до этого не дойдет. С одними только экономическими проблемами уже довольно сложно справиться. Сейчас такое время, когда фермеры в Южной Индии начинают подготавливать землю. После 14 апреля, когда заканчивается Тамильский Новый год, начинается подготовка земли. Это очень важный подготовительный шаг для следующего урожая. Если этого не произойдет, Тогда существует серьезная угроза дефицита еды в наступающем году. Мы не можем себе этого позволить. На севере Индии уже наступил сезон сбора урожая, и они испытывают с этим серьезные проблемы. В Карнатаке вы, наверное, видели фотографии, как производители молока выливают тысячи литров молока, потому что молоко невозможно реализовать. Тысячи литров молока просто выливаются. Потому что его некуда деть. Я уверен, что многие нуждаются в нем. Вот где мы можем заполнить пробел. Определить и связать точки, где есть еда и где у людей нет денег, чтобы купить эту еду. Мы видим возможность, как связать эти два элемента. Потребуется проведение определенного объема работы. И, к сожалению, наши волонтеры будут подвергаться определенному риску заражения. Но я уверен, что мы сможем с этим справиться, соблюдая осторожность. Нет такой страны, которая была бы полностью готова к такой ситуации, как это. Самые богатые страны мира дрожат под натиском вируса. Так что, безусловно, в Индии, для такого количества и концентрации населения, которое у нас есть, Безусловно, у нас нет медицинской системы и экономики, чтобы обеспечить все для всех в течение нескольких месяцев. Это невозможно. Так что единственное, что может произойти, это сплочение граждан и в рамках этого, в поддержку этого. Премьер-министр попросил, чтобы завтра в 9 вечера все зажгли лампу или свечу, или, по крайней мере, зажгли фонарик на мобильном телефоне. Пожалуйста, не используйте для этого свой мобильный телефон, не в этом месте. Мы устроим здесь большое огненное шоу, потому что элемент огня в егической системе Буташуди и наша способность выстоять как сильная жизнь, очень связано с этим. Если мы хотим определить, живы вы или умерли, мы сперва проверим, теплое ли тело или холодное, что покажет, горит ли внутри вас огонь или он уже погас. Все, что вы называете жизнью на этой планете, существует только из-за огня Солнца, из-за того, что там пылает огненный шар. Только из-за этого зародилась жизнь. Все остальные ингредиенты могут присутствовать. Это как приготовление пищи. Все может быть на месте, но без огня никакой еды вы не приготовите. Жизнь сама себя приготовила в основном благодаря огню Солнца. Это и есть основополагающая энергия в мире. Поэтому использование огня как способа... Поддержание себя в хорошем состоянии в значительной части является частью йогической системы. Так же, как вы можете принять душ, используя воду, вы также можете принять огненный душ, который мы проводим здесь, как клеша наше на -крию. Это приносит невероятные результаты. Так что, как часть нации, премьер-министр попросил нас поддерживать небольшой огонь, по крайней мере, в течение 9 минут. Не обязательно ограничиваться только 9 минутами. Я советую всем держать зажженную масляную лампу в вашей спальне на безопасном расстоянии от того места, где вы спите. Пусть она горит всю ночь, это многое для вас изменит. В противном случае у вас должно быть мощное освещенное пространство, которое подобно огню, горящему все время, либо одно, либо другое. Одно из этого должно присутствовать в каждом доме. Когда-то в каждом индийском доме всегда горела лампа. Сейчас, к сожалению, люди видят в этом проявление определенной религии, так что многие не хотят зажигать лампу. Потому что если зажжешь лампу, то можешь обратиться в другую веру. Это просто глупо. Какие-то религии могут сказать то же самое и о воде. Не принимайте душ, не мойте руки. Потому что это часть определенной религии. Мыть руки перед молитвой. Поэтому руки мыть нельзя, иначе обратишься в эту веру. Это просто глупо. Любой врач говорит вам, что вы должны мыть руки. Значит ли это, что он говорит вам обратиться в ислам? Все моют руки, все используют огонь в своих домах. Самое главное, помимо пользы, которую это приносит, самое главное, что сейчас решает, насколько успешно мы преодолеем эту ситуацию, это то, насколько мы будем сплоченными. Индия должна действовать как один человек. Это единственное решение для нас. У нас нет достаточного количества больничных коек. Нам не хватит реанимационных отделений, не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких. Если завтра заболеют миллионы, мы просто вынуждены будем позволить им умереть. Это будет единственным выбором. Поэтому очень важно не допустить этого. Давайте действовать сообща. Независимо от ваших религиозных убеждений, политических идеологий, с какой бы чепухой вы себя не отождествляли. Давайте сделаем одну разумную вещь. Поднимемся вместе, как одна нация. Потому что сейчас вирус не делает никакого различия. Принадлежите ли вы к этой религии или к той, что является вашей идеологией, он это не проверяет. Он атакует всех. Начал в коммунистическом Китае, а теперь вторгается в капиталистическую Америку. Вы не можете его остановить. Это не коммунистический вирус. У него нет ни идеологии, ни религии. Он просто нападает на вас. Так что давайте отправимся и по его душе тоже. Все как один. Это очень важно. Мы расскажем вам, что мы будем делать здесь, в центре Югиша. Скорее всего, мы будем транслировать это онлайн. Вопросы? Садгуру, вопрос от Рохана. Садгуру, я читал, что вы восстановились только на 90% после исчерпания ваших энергий во время освещения Дианы Линги, и... Я что, выгляжу на 90%? Да ладно. И что вам нужно время, чтобы полностью восстановиться. Похоже, что весь мир остановился. Можете ли вы использовать это время для того, чтобы восстановить свои силы и вернуться к стопроцентному состоянию? Даже я так думал. В любом случае, позвольте мне объяснить, что это за 90%. После освещения Дьянолинги или во время этого процесса я безрассудно использовал свои энергии и тело, потому что я не планировал продолжать жить после этого. Согласно плану, я думал, что мы уйдем после этого. Мы не соблюдали меры предосторожности, потому что на осторожность не было времени, время было на исходе. Мы знали, что если не успеем завершить это в определенный отрезок времени, то вся работа пропадет зря. Так что мы пошли на это. И те из вас, кто был со мной в то время, вы знаете, в каком состоянии я оказался. За каких-то 3-4 месяца я постарел на 20-25 лет. Все поменялось, моя внешность, я полностью изменился. Но с тех пор я восстанавливался. Вы можете заметить, я становлюсь моложе. Вы можете видеть, что с 2000 года я стал гораздо моложе, в лучшей физической форме. Я стал гораздо лучше во всем. Есть определенные аспекты, о которых мы не позаботились. Эти аспекты важны только если мы делаем много освещений. В какое-то время мы планировали, что совершим множество освещений по всему миру. Но этого не произошло. Мы планировали провести одно освещение в конце этого года. Мы планировали освещение Дэви в США. Теперь вирус должен дать нам разрешение, делать это или нет. Посмотрим. Освещение были непростой задачей, потому что некоторые аспекты моей энергетической системы еще не в порядке. Даже я думал, что эти три недели — отличная возможность для меня, чтобы заняться этим. Но с утра до ночи я занят. Мы снимаем что-нибудь днем, мы делаем то, это, организуем деятельность за пределами ашрама. Единственный плюс в том, что я занимаюсь этим, сохраняя значительную социальную дистанцию, то есть в основном по телефону или по видеосвязи. Единственное благословение в том, что я работаю, сидя под деревом манго. Манго еще не поспели. Я жду, но этого пока не происходит. Потому что за последние 15-20 лет я ни разу не был в Индии в сезон манго. Было время, когда сезон манго для меня означал переход на диету на 100% состоящую из манго. Полтора-два месяца я не ел ничего, кроме манго. Я знаю вкус фруктов на каждом дереве в Майсуре и в его окрестностях. Когда меня пригласили на столетие Майсурского университета, я поделился своими знаниями о деревьях манго в университетском саду. Я попробовал манго с каждого из них и убедился, что знаю особенности каждого дерева. Не буду сейчас продолжать эту тему. Так что я работаю, сидя под деревом манго, что само по себе благословение. Но в остальном — это не какие-то каникулы. Нужно много всего сделать, выполнять много управленческих задач. Что касается того, чтобы вернуть эти 10%, это станет очень важным, если мы будем делать мощные процессы освещения. К счастью, в последние годы, какие бы освещения мы ни делали, со мной было несколько других людей, так что все получалось. Хоть иногда нам и приходилось немного страдать. После того, как мы осветили Деви, я на полтора года лишился вкусовых ощущений и обоняния. Не сейчас. Сейчас с обонянием и вкусом у меня все хорошо. Иначе все тут же начнут думать, что у меня вирус. Это было 6-7 лет назад. В течение почти 18 месяцев все, что я ел, на вкус было как пенопласт. Абсолютно никакого вкуса. Сейчас все вернулось, я оправился от этого. Физически все отлично, никаких проблем. Но если мы займем все такой работой и деятельностью, нас будут ждать определенные сложности. Я бы хотел это сделать, но сейчас на это нет времени. но посмотрим, что будет дальше, потому что даже если изоляция вы не закончится, к тому времени как мы отправимся в Европу, Америку, Африку, куда бы мы не должны были ехать, не думаю, что все закончится в ближайшие шесть недель. Так что время есть. Будем надеяться, что мы сможем что-то сделать. Вопрос от Сандипа Нараяна. Намаскарам Садгуру, вы говорили, что если мы впитали в себя самую суть программы внутренняя инженерия, само наше присутствие будет трансформирующим. Не могли бы вы объяснить это подробнее? Думаю, что говорил об этом несколько дней назад на одном из даршинов, но, может, не застрял на этом внимание. Я сказал, что Шамбави Махамудра — это не практика. Это как... У нас есть храм Дьяналинга. Кто-то подметает храм, потому что ритуалов для поддержания Дьяналинги не нужно. Кто-то подметает, кто-то чистит, кто-то поддерживает атмосферу. Вот и все. Делают ли они что-то для Дьяналинги? Нет. Они просто делают что-то с полом, с атмосферой и тому подобным. Как только вы получили Шамба и Махамудру, все обстоит таким же образом. Это определенное освещение. Я всегда говорил, что самое простое ⁇ осветить живого человека. Не зря человек ⁇ пик эволюции на этой планете. Это лучший материал, который только можно себе представить. Единственная проблема с людьми. Когда они приходят на инициацию, они потрясены. В их глазах слезы экстаза. Через несколько часов или дней, в зависимости от человека, они повернут назад. Не все, но очень многие. Обычно Самые унизительные слова, которые они используют против меня, — это «это все прекрасно, но мы должны вернуться к нормальной жизни». Это ужасное оскорбление. Они говорят, что быть умиротворенным, радостным, испытывать блаженство — это ненормально. Страдать, беспокоиться, волноваться, быть просто ничем — это нормально что очень оскорбительно для меня. Из-за этих глупых идей о своей нормальности они будут поворачивать назад. Они сделали инвестиции в страдания. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это. Когда это случилось со мной впервые, я сидел вот так, охваченный экстазом. Я думал, вот оно, я наполню экстазом весь мир. 38, почти 39 лет назад. Я составил план, как за два с половиной года сделать так, чтобы весь мир пребывал в экстазе. Разве найдутся те, кто этого не захочет? Молодость клопа. Мне было 25, и я нашел золотую жилу, и думал, что могу это сделать. Потому что для этого ничего не нужно делать. Если вы просто будете сидеть здесь, не вовлекаясь в свой ум, вы будете в экстазе. Я подумал, кто же этого не захочет? Что-то настолько простое и настолько невероятное. Кто этого не захочет? Спустя 39 лет... Я понемногу осознаю, что у людей настолько значимые инвестиции, которые они сделали в свое страдание. Даже если показать им, как жить в экстазе, если им нужно будет пойти куда-то, они захотят взять с собой эту подушку или даже весь диван. Да? На ранних программах внутренней инженерии. Я одевался совсем не так. Потертые джинсы, футболка. Очень прямые высказывания. Моя речь тогда была далека от корректности. Я мог сказать что угодно. Я расхаживал туда-сюда. Я мог объявить четырехдневную программу, но иногда она растягивалась на 6 дней, иногда на 12, по-разному. Но Никто не понимал ни слова из того, что я говорил. Даже сейчас никто не понимает. Но их жизни преобразовывались. Потому что это работает только таким образом. Никто не трансформируется из-за слов. Слова нужны, потому что они настолько глупы, если попросить их посидеть здесь, они начнут сходить с ума. Нужно им что-то рассказывать. Даже этот Даршан. Даршин значит, что я просто должен сидеть здесь, а вы должны смотреть. если я буду просто сидеть, вы начнете сходить с ума. Что он делает? Он просто сидит, а нам на что смотреть? Так что мне приходится говорить. Но в противном случае в словах нет необходимости. Если я просто зайду в какую-нибудь деревню, все жители просто разрыдаются, потому что они не так высоко ценят все эти слова. Так что мы осветили вас с Шамбови. Если вы живете этим, то в рекламной кампании нет нужды. Пройди внутреннюю инженерию, пройди внутреннюю инженерию своей жене, мужу, детям, пожалуйста, Потому что они ничего не видят. Вы говорите прекрасные слова, но им нужно увидеть прекрасные изменения. Не так ли? Когда они видят вас, они должны думать, ух ты, я хочу быть таким. Если это произойдет, то произойдет трансформация. Но поскольку это освещение, то в некотором роде мы пытаемся создать ходячие храмы. Если я построю храм из камня, он будет только в одном месте его никуда нельзя будет отправить. Дианалинга, если вы открыты, поскольку это не физическая форма, он доступен везде. Но для этого требуется определенный уровень восприимчивости. Вот почему мы подумали, что создадим миллионы ходячих храмов. Так что, когда вы куда-то идете, те из вас, кто инициированы, когда вы куда-то идете, когда вы сейчас у себя дома, вам необходимо понять, что у себя дома вы храм, на улице вы храм. Вам нужно знать это. Люди будут подходить к вам определенным образом. Вам не нужно ничего проповедовать, не нужно ничего рекламировать, не нужно делать татуировку внутренней инженерии у себя ногу. Во всем этом нет необходимости. Просто будьте такими, что вы постоянно отвечаете неограниченным образом, без какого-либо ощущения границ на уровне эмоций. Вы словно мать для всего мира. Не делайте ничего, просто сидите здесь, и люди трансформируются. И не только люди. Растения будут отвечать, животные будут отвечать, все вокруг вас, даже неодушевленные объекты, будут реверберировать по-другому. Я говорю вам это совершенно точно. Есть много книжных ученых, которые сразу же скажут, он распространяет псевдонауку. Их представление о науке рудиментарно настоящий ученый, никогда такого не скажет, потому что он знает, что мы исследовали лишь крупинку, а то, что осталось неисследованным, бесконечно. Так что кто бы что ни говорил, если вы только поймете эти две вещи, если вы больше ничего не поняли, вам просто нужно сохранять чистую атмосферу. Например, есть храм Дианалинга, насколько мощным он бы ни был. Если мы вывалим кучу мусора перед храмом, даже если храм по-прежнему очень мощный, люди туда не пойдут. Но если поддерживать его определенным образом, то люди пойдут. Так что практикуйте только это. Убирайтесь там и выметайте паутину каждый день. Вот и все. Вы не делаете ничего, чтобы зарядить его энергией. Это не шахти чела на в который вы пытаетесь построить что-то, а это долгий процесс. Вот почему мы переключились на Шамбове, потому что не увидели ни упорства, ни решимости, ни даже серьезных намерений, чтобы работать и выстроить себя до другого уровня. Потому что для этого требуется много работы. Крия и йога требуют много работы. Вот почему мы пришли к Шамбове Махамудре. Мудра означает, что все уже на месте. От вас требуется лишь испытать это, жить этим. Вот и все. Вам не нужно делать это. Просто каждый день сметать паутину, мыть пол. Вот и вся работа. Остальное случится. Следующий вопрос от Виджея Даса. Намаскарам Садгуру, в одной из цитат вы сказали, «Садана — это не путь, но без саданы пути не существует». Я не понял этого высказывания. Не могли бы вы объяснить мне смысл этой цитаты? Нет, если я скажу тебе это вечером, ты не поймешь. Когда у тебя в пять утра зазвонит будильник, внезапно ты поймешь. Что такое Садана? Потому что очень многие люди сказали, что не нужно делать ничего. Даже Садгуру много раз говорил, что ничего не нужно делать. Что ничего не делать ⁇ это самое высшее. Зачем тогда просить меня вставать утром и делать что-то? Я не буду делать ничего. Ничего не делать значит, что вы не должны спать, не должны храпить. Вот что значит ничего не делать. Спать не значит не делать ничего. Вы же спите, ничего не делать значит, что вы не спите не думайте, не чувствуйте, не храпите, вы не делаете ничего. Просто. Но для этого требуется невероятный уровень осознанности и живости в системе. Этого не произойдет просто так. Так что сейчас лучше сделать что-то. Используйте инструменты. Садана — значит инструмент, а не практика. Вы используете инструменты. Без инструментов люди были бы ничем. Мы были бы ничем без нашей возможности использовать инструменты. Так что если вы хотите, чтобы с вами что-то произошло, нужно делать определенные вещи. Однажды в ресторан пришел один очень беспокойный и шумный посетитель и уселся за столик, который был зарезервирован для другого человека. Но он преспокойно уселся там. Он махал официантом, но они его игнорировали, потому что тот сидел за чужим столиком. На нем была табличка «Зарезервирована», но он просто сидел там. И тут он крикнул во весь голос. «Да что мне, черт возьми, сделать, чтобы мне здесь принесли стакан воды?» К нему подошел менеджер и сказал, «Сэр, можете поджечь себя, тогда воду сразу же принесут». Вы поджигаете себя, и тут же появляется огромное количество воды. Не просто стакан. Так что садана нужна для того, чтобы поджечь себя, чтобы вы могли привлечь на себя нечто. Это инструмент. Не только для здоровья и благополучия. Это инструмент для того, чтобы привлечь измерение, которого еще нет на данный момент. Следующий вопрос от Диши из Бангалора. Как заставить ум работать на нас? И как полностью избавиться от его истощающего подсознательного программирования? О чьем уме она говорит? Нет. Жены хотят, чтобы ум их мужей работал на них. Мужья хотят, чтобы эмоции их жен работали на них. Да. Это не шутки. Знаете, в такие времена мне бы следовало просто утешать вас. Не волнуйтесь, я с вами. Все будет хорошо. Но что поделать? Я не такой. Я реалистичный дурак. Вот в чем моя проблема. Вы можете быть реалистичным дураком или нереалистичным дураком. Вот и все варианты, которые вам доступны. Если вы считаете себя умным, то вы тот еще дурак. Так что я реалистичный дурак, а не нереалистичный. Реалистичный дурак значит что вы всегда опираетесь на то, что правильно в данной ситуации. Мы не ждем, что Супермен или Человек-паук свалится на нас откуда-нибудь и сделают что-то для нас. Видите всех этих змей, которые висят здесь? Они ничего не могут для нас сделать. Они просто там висят. Мы наслаждаемся ими такими, какие они есть. Мы не ждем, что они придут и поднимут нашу энергию кундалини. Нет, есть такие люди. Если поставить здесь большую змею, они подумают, что если смотреть на такую змею и почитать ее, она придет и проявится в них как энергия кундалини. Вот почему мы повесили их там, в цепях. Вы до сих пор еще не прояснили, чей ум вы хотите контролировать. Потому что обычно это то, что мы называем семьей, это то, что мы называем обществом, что значит, твой ум должен работать на меня. Если мой собственный ум не работает на меня, это не проблема. Твой ум должен работать на меня, ты должен думать так, как я хочу. Ты должен чувствовать то, что я хочу. Если я сам этого не испытываю, это не проблема. Ты должен чувствовать именно такие эмоции ко мне. Когда вы говорите, ты должен любить меня, ты должен испытывать ко мне любовь, что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы твои эмоции были такими, как мне хочется. Нет. Вы можете решать только за эту жизнь. Я могу решать, какими могут быть мои эмоции, какими могут быть мои мысли, какими должны быть чужие мысли и эмоции. Это не мое дело. Но все люди думают именно об этом. Но я уверен, что Диша замечательная девушка. И она спрашивает именно о своем уме. Как контролировать свой ум? Сначала вам нужно решить, хотите ли вы контролировать свой ум или освободить его. Все вы, кто всегда думает о том, как контролировать свой ум, сначала решите для себя, вы хотите контролировать его или освободить. Но ну, тогда я сойду с ума. А кто сказал, что вы сейчас не сумасшедшие? У вас есть справка? Однажды в Бангалоре у 16-летнего или 17-летнего мальчика возникли проблемы с психикой. В те дни, когда я был молод, к таким вещам относились без должной чувствительности. Если у кого-то появлялась небольшая психическая неравновешенность, про него сразу же говорили, что он сумасшедший. И вот его начали лечить в психоневрологическом институте Нимханс в Бангалоре. Он пробыл в стационаре около 3-4 месяцев, а потом вернулся домой. По вечерам мальчишки собирались в одном месте, и он тоже туда пришел. И там началось. «Ты тронулся, да?» Сошел с ума. Ты псих. Ведь ты провел в психушке 4 месяца. Ты совсем куку. -ку. Мальчику было обидно. Но он не знал, что делать. Два-три дня он ходил туда. Каждый день они над ним издевались из-за этого. И вот однажды он вытащил из кармана бумагу и сказал: Смотрите, у меня есть справка от врача, что теперь я нормальный. А у вас есть такая? В больнице ему выдали справку, что теперь он в норме, что он в состоянии вернуться к обычной жизни. А у кого-нибудь из вас есть такая справка? У вас такой нет, только у меня есть такая справка. Кто теперь здесь нормальный, а кто нет? Так что, во-первых, Диша и все остальные. Просто как следует, разберите этот вопрос в следующие 24 часа. Вы хотите контролировать свой ум? или освободить его. Может быть, завтра мы поговорим об этом. Йога, 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 сварая, бута, 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 сварая, кале, кале, кале. uh